Праздное слово. Рассказывает Витюк Игорь Иванович. Думай о каждом твоем слове. Прежде, чем произнести его, думай о том, что оно принесет. Добро или зло? Будет ли оно во благо тому, кому оно направлено, или нет? Если не во благо, то лучше промолчи. Мы должны быть жертвенными христианами. Любить друг друга. Сострадать и помогать ближнему. Если мы всем делаем добро, то тогда мы на правильном пути. Поэтому, дорогие друзья, следите за своими устами и за своим языком. Что вы говорите? Как говорите? И что приносят ваши слова? Мир и любовь? Или раздоры, боль, обиды и слезы? Если ваш язык нуждается в исцелении, ищите его у Господа. Мы знаем, что человеку придется дать отчет Богу за каждое праздное слово. Праздное слово не значит ругательное или оскорбительное. Это ненужное, лишнее, пустое слово, которое ничего не значит. Молчание – щит от многих бед, а болтовня всегда во вред. Язык у человека мал, но сколько судеб он сломал. Омар Хайям. Милостыня очищает от многих грехов. Речь идет не только о вещественной милостыне. Гораздо дороже милостыня духовная. Она состоит в том, что человек вместо осуждения ближних жалеет их, прощает им их грехи и недостатки. И просит Бога простить их. Игумен Никон Воробьев.